Я вам сказал, там на огородчике работаете, тяпайте, сюда не заходите, потому что все не созрелое. Но вы любите незрелое. Я вот заметил, когда смотришь, у нас ролики записаны, вот Ксения, она непрерывно руками шевелит, она не молится нисколько. Если вы на молитве пальцами перебираете, молитвы никакой нету. Разворачиваете, куда-то смотрите, ну, просто веры никакой нет. Вы просите у Бога веру, чтобы он дал этот дивный дар. Вот мы стоим перед крыжовником. Он мелкий, но вы любите зеленый. Я вам разрешаю сорвать по одной ягодке. Попробуйте, как оно будет. У меня спелая попалась. Угу. Ну? У меня тоже спела. Что, нравится? Да. Так, ну тогда пойдем дальше. Вот второй кустик, попробуйте с него. Вот рядом стоит. Попробуйте. Видите как, вас туда не запускали. Баба Валя, она выполнила наказ мой. Так, проходим дальше. Вот белая смородина. По одной ягодке сорвите. Чтобы вы знали, какой вкус у них. Так, осторожно. Назад, отверните назад, я выйду туда. Попятимся. Сейчас будет другое указание вам. Вот вы не зашли, потому что оно все еще нет. Но красная смородина почти готова. Разрешается вам сорвать по 5 ягодок. Это один кустик всего только. Заходите. Вот, сорвите по 5 ягодок красной смородины. Попробуйте. Ну, понравилось? Да. Тогда еще по 5 сорвите. Вот им понравилось здесь. Еще пять. Но получилось? Да. Понравилось? Да. Сорвите еще по 5. Братья, мы третий раз по 5 ягодок берем. Понравилось? Да. Еще по 5. Вот так. Ну, понравилось? Да. Еще по 5. Только считайте, не ошибитесь. Каждая лишняя ягодка – это воровство. Понравилось? Да. Еще по 5. Я собираю. И по сколько получилось? Не знаю. А сколько раз? 30 или 30? 30, правильно, Паша. Так, все, отходите. Угу. Иначе другим еще не останется. Один кустик всего только. Дальше. Идем сюда. Идите за мной. Смотрите, вот малина. Разрешается сорвать, найти красное по 5 ягодок. Тут больше-то не найдется. Ищите малину красную. Только не поломайте ничего, аккуратненько. Это все разрешенное. То, что вам разрешено, это не грех. Давайте, проходите между рядами. Малина дальше, идите, проходите. Я забрал 5. Все, больше нельзя. Выходи вон туда дальше. Кто съел 5, выходите вон туда, вон где стоят Максим и Александр. Валя, тебе тоже разрешается? А бери, вот смотрите, ешь. Какой куст нашли. А? Вот смотрите, какой куст нашли. Ну, она другим может сорвать, да. Она вот мне сейчас сорвет 5 ягод. Заходите, тут ягоды красные есть. Вон там красные. По 5 ягодок. А я все тогда 5 уже съел. Больше нельзя, потому что тошнит.
Проходи дальше. Кто пять не съел, проходите, берите, а остальные на уходим на работу. Так, все, на работу уходите прямо. Дорога, ничего не рвите. Иначе это будет похищение. Что-то объясняет, вина, все, Валентина, занимайся ими. Теория не оформлена, ну, товарищество, да. Но абсолютная идея, это верно.